Добро пожаловать на канал. Сегодня мы рассмотрим аккумуляторный гравер Greenworks GPT-8VRT. Маленький, но мощный инструмент, который станет незаменимым помощником как в домашней мастерской, так и в профессиональной работе. Поставляется устройство в относительно небольшой картонной коробке. Коробка информативная. Есть суперобложка, внутри основная коробка. И здесь мы уже видим гарантийный талон и руководство пользователя. И опять же хочу обратить ваше внимание, руководство пользователя у нас на русском языке. То есть это инструмент, ориентированный на наш сегмент. Гарантийный талон содержит на себе информацию о наличии сервисных центров. Итак, основной комплект. Пластиковый кейс, приятный тактильный пластик. Открываем его и видим, что наш гравер имеет весьма большое количество всевозможных насадок. В частности, здесь мы видим проволочную щетку, державка фетровых дисков, сами фетровые диски, сверло, алмазные фрезы, фрезы для гравировки, державка для отрезных дисков, отрезные диски, шарошки, державка для шлифовальных лент и шлифовальные круглые ленты. Также в комплект поставки входит цанга, ключ, собственно, все это я вам и демонстрирую. Безусловно, имеется резиновая шлифовальная головка, имеются абразивные диски, как шлифовальные, так и отрезные. То есть комплект поставки очень и очень насыщенный. То есть по большому счету все, что необходимо для работы, уже входит в базовый комплект поставки. Да, конечно, многие скажут, что качество оснастки может находиться не на самом высоком уровне, но в целом для бытового применения я хочу сказать, что оснастка вполне пригодная. Вот смотрите, сейчас я собираю отрезной диск. В принципе, никаких сложностей у меня с этим не возникает. Весь инструмент качественно собран. Имеются специальные шайбы фиксирующие. Ну и, собственно, все, что необходимо сделать, это дальше зажать нашу оснастку. Ну, сейчас вот таким вот образом можно надеть фетровые диски. Ну, они надеваются на державку фетровых дисков, накручивается она у нас с резьбой. Greenworks оснащен встроенным аккумулятором на 8 вольт и емкостью 1000 мАч, что обеспечивает до 40 минут непрерывной работы. Это легкий инструмент, весит всего 300 грамм. Масса делает его идеальным для длительного использования, ну, в принципе, без усталости для рук. Зарядное устройство имеет разъем USB Type-C, позволяет зарядить батарею всего за 1 час. И, в принципе, надо отметить, что мы можем воспользоваться зарядным устройством даже от смартфона. Находится порт зарядки вот здесь вот, с тыльной стороны, под резиновой заглушкой. Теперь, что касается модулей управления. Кнопка регулировки скорости. Переключатель, отвечающий за включение и выключение устройства, сразу на дисплее мы видим скорость, на которой работает наш гравер. Переключение осуществляется путем нажатия на эту кнопку. Всего у нас 6 режимов работы, то есть чем выше режим, тем больше оборотов выдает наш гравер. Также на корпусе предусмотрен индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи, это очень удобно. Для того, чтобы установить оснастку, нам необходимо ослабить зажимную цангу. Устанавливаем оснастку и опять же зажимаем. Обязательно необходимо воспользоваться комплектным ключом. Обязательно нужно сильно зажать цангу. Это, в принципе, наша безопасность. Ну что ж, теперь давайте приступим к тестированию данного гайковерта. Сейчас я хочу вам продемонстрировать несколько режимов работы с гравером, ну и остановлюсь подробнее на технических характеристиках. Гравер обладает 6 степенями регулировки частоты вращения от 5000 до 30000 оборотов в минуту, что делает его исключительно гибким в работе. В дополнение инструмент оснащен системой плавного пуска и быстрого торможения двигателя, что повышает безопасность и контроль над процессом работы. Повторно отмечу, что комплект содержит 52 аксессуара, позволяющие выполнить разнообразные операции от резки и полировки до гравировки и сверления. Два размера цанговых зажимов дополнительно расширяют возможности инструмента, позволяя работать с различными материалами, включая металл, стекло, дерево и, в принципе, даже кость. То есть оборотов вращения данного гравера вполне достаточно для обработки вышеуказанных материалов.
Я думаю, многие обратили внимание, что устройство оснащено LED-подсветкой. И, допустим, если в дневное время это может быть не так актуально, то в вечернее время в условиях недостаточной видимости LED-подсветка, которая направлена на рабочую зону, выручает. Реально выручает. Фонарь яркий и светит очень-очень хорошо. Что касается удобства эксплуатации. Малые габаритные размеры гравюра позволяют его легко удерживать в руке. Опять же повторюсь, малая масса. Очень удобный эргономичный корпус. Все это отлично сказывается на характеристиках устройства. Удобно держать, удобно заменять оснастку, никаких проводов, что очень важно. Да, конечно же, это не проводной инструмент, то есть его какие-то мощностные характеристики могут быть ниже. Но это мобильное устройство, которое мы можем использовать абсолютно везде. Нам нет необходимости подводить электричество. Мы можем взять его с собой куда угодно, в гараж, где нету электрической розетки. Можно работать даже в салоне автомобиля, что, в принципе, очень удобно. И отвечу на вопрос, который может возникнуть у многих. Здесь не предусмотрена сквозная зарядка. То есть, если мы подключаем зарядное устройство к нашему гравёру, устройство работать не будет. Нам сначала необходимо зарядить аккумуляторную батарею и лишь после этого приступить к выполнению различных задач. Сразу хочу попросить прощения за демонстрацию возможности этого гравера, то есть это все же какой-то минимальный обзор, и здесь я просто хочу показать, что с его помощью можно выполнять. В целом устройство мне очень понравилось, я хочу отметить отличное качество исполнения, хорошие технические характеристики, гравер Greenworks GPT-8 VRT безусловно заслуживает ваше внимание. Ну а это у меня все, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал, пока!